Можно ли делать намаз за человеком, вероубежденным которого тебе неизвестно? Да, можно делать намаз за человека, который ты не знаешь его акиду. Это слова Ибн Тайми, рахмаллах, и ученых Ахлус-Сунна Валь-Джамаа. Пророк Саусам говорит, «Ман салла салатана» – тот, кто читает с нами намаз, «Остакбала киблатана» – и смотрит в нашу сторону кибли, Мекку, в сторону Мекки, и кушает то, что мы зарезали, жертву принесли. Этот человек является нашим братом, и он находится под зиммату Аллаха и Расулов, под защитой Аллаха и его посланника. Любой человек, который читает намаз, смотрит в сторону кибли с нами, кушает мясо, которое мы режем, этот человек наш брат, он основой брат, и мы за ним читаем намаз, его честь и имущество защищены, жизнь тоже защищена. Пока у нас не будет точного далила, который выводит из ислама. Якин точно, что он мусульманин, раз с нами читает намаз, смотрит с нами нашу киблу. Пока у нас обратного доказательства такого же силы не будет, мы не имеем права его такфирить или считать о нем плохо. Ибн Тайми, ученые Ахлус-Сунна говорят, того, кто халь мы не знаем, мы имеем право намаз читать. Если основа в этом городе живут мусульмане, и они режут мясо, это мясо тоже основа халяль, там, где мусульмане живут. Там, где живут кафири, там редко мусульмане, там основа мяса не халяль. Это основные хукмы. Кроме когда ты конкретно знаешь, что вот в этом прилавке мясо привозят не мусульмане, убитые током, это мертвечина, тогда ты не имеешь права это мясо кушать. Также знаешь, конкретно этот имам сделал вещь, которую выводит из ислама и не покаялся публично. Вот этот человек конкретно безбожный какой-то зиндык, тогда за ним нельзя читать намаз. Пока этого нету, основы любой имам, который в мусульманской стране смотрит сам Библию, за ним намаз читать можно. За ним намаз не читают только такфиристы. У них основы все кафиры, и потом надо им доказать, что он мусульманин. Пророк сам этим хадисом сказал, тот, кто с нами читает намаз, смотрит в сторону нашей Библии, кушает с нами наше мясо, этот человек наш брат, и он под защитой Аллаха и его посланника. Кто сказал шахаду в другом хадисе «Ла илляха илляллах Мухаммад Расулуллах», его честь, имущество и жизнь защищена, пророк сам говорит. Это наш брат. Если Аллах говорит, и его посланник говорит, наш брат, никто не имеет права выводить из ислама, выкинуть всех, аннулировать ислам, и потом докажи, что ты мусульманин, потом я тебе приму. Ты кто такой вообще? Клянусь Аллахом, большинство, кто так говорит, это люди сектанты, такфиристы. Никогда среди них не бывает ученый студент, который хотя бы лет 10 учился. Это бывает недоучки 2-3 года, который учился сам на Ваков ислам, 10 пунктов, которые вводит ислам, прочитает, без толкования, без шарха, как попало, их сам толкует, и налево, направо людей в смуту вводит. Никогда, чтобы кто-то ученый, который серьезно отучился, который на уровне, говорил вот такие вещи, чтобы основывать себя кафиры, потом надо доказать, что ты такой, никогда в жизни ты не увидишь. Начиная с того шейху ислама и других больших ученых, тем более. Обычно это бывают сектанты, недоучки, которые сами люди такфирят сам. Вы кто такие, чтобы выносить хукмы такие? Вы ученые, вы муфти, вы кады шариатские, вы... Пришел человек ко мне, он говорит, у меня живот болит. Я ему диагноз ставлю, у тебя язва, надо резать тебе живот. Я кто такой? Я хирург, что ли? Я имею право так говорить? Нет, конечно. Почему? Потому что я не специалист. Вот так же вы не имеете права, потому что вы не специалисты, не шариатские судьи. Вас никто муфтием не назначал такие фатвы давать. Вы сами себе фатвы даете, сами читаете, сами вывод делать. Если так можно было, зачем тогда ученые нужны? Зачем вообще специалисты нужны? Давайте, кто попало, сами себя лечите, сами фатвы давайте, сами многоэтажные дома строите без инженерских расчетов, без ничего. Так не делается это? Аллах сказал в Коране, «Фас алу ахля дзикрин кунтум ла таалямун». Спрашивайте обладателя знаний, если вы не являетесь знающим, если вы не знаете. Вы не можете знать. Некоторые из них несколько лет в исламе. Они такфирят налево, направо, потом сами себя такфирят, свой джамат такфирят. Те, которые давлю уехали, такфирили, ИГИЛ уехали, такфирили мусульман, сейчас они сами давлю уже такфирят, и Багдади такфирят. Вот так это все циклично, все круговорот идет. Они не могут остановиться, на поворотах заносят. Потом сам себе такфирит, купается заново, и сам принимает, вот эти вещи занимается.